Всем привет! Мы играем, точнее, мы качаемся, потому что мы стронгмены! Вот, видно, какой я стронгмен? Вообще, вот, приблизить надо. О, вот, это я стронгмен! Я надеюсь, я им стану. Да, мой уровень называется пока что Baby Noob. Я такой вот худенький, маленький, я не знаю, вообще дистрофик. Так, мне надо куда-то туда идти. Вау, кто-то, что, кто-то таскает тяжести, вау. Вот, вот меня куда-то стрелочки тянут. О, привет, как? Ух ты, на! А чё ты с волосами? Это моя кепка не прокачалась, что ли? Катя тягает кучу тяжестей. Смотри, возьми перышки. Перышки взять? И что, я не смогу их тягать, что ли? Стоп, а куда меня потаскали этот? Граб. Ага, и я побежал, потащил, да? Так, тащу перышко. И что, далеко тащить надо? Есть, плюс два, что-то я там заработал. Даже какой-то бэдж заработал. И что теперь я могу взять? Hi, Papa Play, привет, кто ты такой? I'm always happy. Наш фанат под названием I'm always happy. Так, идем в новый воркаут брать. Перышки принесла мне Катя, а сейчас я возьму что-то сам. Do squats, говорит, приседать надо. А где сквотсы делать? А, вот здесь. Оу, я такой маленький, я не могу даже присесть. Ну хорошо, давай, где сквотс? Где сквотс? Вот сквотс. И, где? Это прыжки, а сквоты как? А, нажми, Е. Смотри, какая моя. Нажимай. Куда нажимать? А, вот. Нет, что ты делаешь? Ну, Е. 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 И теперь? Е. Е. Ну вот, держу Е. И что? Еще раз, стоп. Куда-то меня зовет. Вот, do squats, давай, нажали Е. Нажми. Ага, вот, сквоты. Стоп, Катя. Ну что? Достаточно энергии. Ага, и теперь что мне делать? Иди опять тягай. Collect. А, мне 100 чего-то я заработал. И что, я не могу, говоришь, да? Jump to release. О, я присел разочек. Есть, я приседаю. Отдыхаю, приседаю. Смотри, я могу. У меня руки стали толще. Я уже накачался. Концел, все, я немножко надо отдохнуть, да? У меня уже мускул есть. Так, пока не могу я приседать. И что, идти тягать, да, получается? Сейчас, секунду. Где? А, Катя свои мускулы показывает, настоящие. И что, и где сквот? Давай, может, еще раз попробуем сквотать, нет? Мне штанга... Не могу, да? Хорошо, а как здесь? А, вот, граб, физ. А что перышко? Я что, не могу еще ничего тяжелее поднять? Ну, давай, погнали, потянул перышко. Есть. Перышек. А где их брать, те перышки? Несколько. Е. И потянул? Все, потянул. О, я сейчас заработаю больше, да? Да. Нормально. Теперь возьми трофи. А это как? Попробуй трофи. Вот тот, который там. Смогу ли я его? Давай один сначала, да? Я могу! Могу и очень сильно. Давай. О, 32 сразу заработал. Нормально. Так я уже реально, я смотрю, уже какой нормальный такой чувак. Уже не сильный нуб. Какой я? Еще бэби нуб? Давай два. Давай два. Нет, два не получается. Один пока только, ладно. И потянули трофи. Что со мной? А, есть, тяну. Где? Есть. Еще заработал немножко. То есть, унитаз, что ли, попробовать взять? Или вряд ли? Один пока трофи я только могу тянуть. Вот так вот это выглядит. Оу, так. Дюм, Так, а давай унитаз попробуем. Кто-то, вау, такой тоже нуб, смотри, тянет унитазы. А ну-ка я. Не тянет? И? Я могу тянуть? Нет, не могу. Ты случайно два взял. Возьми один туалет. А как? Нажми на туалет. Ага. О, один. Понесли. Нет. Не могу, да? Папа, смотри. Сейчас, я иду к тебе. Да я знаю, что ты сейчас 20 туалетов возьмешь. Нет, смотри. Максимум 6. А трофи я почему-то могу один только. Оу, Катя, кучу. Вау! Так я не знаю, сколько там у тебя унитазов. Да ты вместе с тем чуваком понесла, потянула, да, не? Я ему помогаю. Ага. А мне сможешь помочь? Возьми 6 унитазом. Один я могу взять. Возьми 6. Да, и что сейчас будет? Вот, и... No, не могу я. Могу! Сколько я заработаю? Я не знаю, сколько я заработал, но ты много. Ты еще не заработал.
А, еще надо немножко протянуть. Я помогу. Давай, 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 спасибо. И... А, я упал! Давай, 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 бэйби нуб, тянись. Не получается. Один унитаз у кого-то упал тут. И давай, давай, Катя поможет сейчас мне. И давай, 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 давай. Ну, я опять упал. Но я заработал кучу денег. Заработал одну тысячу энергии. Тысячу энергии. Иди. Приседать опять? Ага. Тебе надо еще помощи? Не, пока спасибо. Ну, помогай, если получится. Ох, да смотри, бэйби, ну, встал уже с какой штангой. Так, делаем мы приседания тоже. И раз, два. Ага, вот куда энергия девается, на приседания. То есть энергию зарабатываю на унитазах, а на приседаниях я накачиваюсь, получается, да? Кстати, пап, можно несколько фаштек? Что, еще одну взять? Да. Не получается вроде у меня. О, моя штанга больше становится. Смотри, с каждым приседанием я больше и больше штангу поднимаю. Вау, я уже силен. Смотри, какой я уже крутой. Все, энергия закончилась. Пора идти опять тянуть унитазы. А что я не могу? А что я не могу? Прыгни. Прыгни и потом пойдем. О май годнес! А что с моими руками? Что-то у меня руки немножко это устали тягать. А ну я попробую сейчас унитаз один протянуть хотя бы. А ну. И погнали. Давай. Я легко тяну унитаз. Спасибо, Катя. Папа, просто легко, да. Возьми несколько унитазов. Я возьму сейчас два. И мне кажется, я легко их потяну. Сколько ты я тяну? Слышишь, да слышу, слышу. Только что-то у меня не взялись унитазы. Эй, 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 эй. Так, берем унитазы. Где? Почему они не берутся? Ага, вот так. Раз, два. Два пока тяну. Три. Пока два. А ну. Эй, эй, эй. Что-то я упал. Эй, нормально, нормально, нормально. Есть, два, легко. Попробуй три. Сейчас попробуем три. А ты дальше не пробовала тянуть уже там мусорки какие-то? Да, уже давно. Я опять, я упал в унитаз. А, пап, прыгни, прыгни. Я застрял в унитазе. Так, еще раз. Где? И, три унитаза, полетели. И... Почти. Я тяну их. Четыре, попробуй четыре. Четыре, я думаю, уже будет тяжеловатенько. А ты что не тянешь? Ты почему я стоишь? Окей, я я опять застрял в унитазе. Так, и раз, два, три, четыре. А ну-ка. Я тяну! Легко тяну! Ну давай пять. Или шесть. Ну давай, ладно, давай шесть. Давай шесть. Вот думаю, не получится сейчас. Но я сейчас наприседаю, я сейчас буду крутой чувак. А ну. Раз, два, три, четыре. Шесть. Это 6 максимум? Да. И пошли. Я тяну 6 сразу. И 3000. Я иду приседать. А ты дальше, я говоришь, еще не можешь, да? Ничего тянуть. Я могу уже давно. Давно? Все, я сейчас поприседаю и иду тянуть дальше. Там что там, не знаю. Итак, где приседалки мои? А ну. И пошли приседать. Так, смотри, смотри. Штанга растет в каждом приседании. Больше и больше. Мышцы мои растут. Класс, класс. Класс, класс, смотри. Класс. О, мышцы появились. Я просто был больше, а сейчас уже вот мышцы, как у Кати. А те что танцуют? Что это за эти? Это лидеры? Нет, это там продают хэт, бэкпэк. О, посмотри теперь на меня, я крутой. Только почему я лысый? А этот тоже лысый. Может, тут все, кроме Кати, только лысые, да? Ну я же говорю, кроме Кати все лысые. Так, мусорка, это она потяжелее, да, получается, или как? Я не пойму, это ее тянуть? Немного тяжелее, да. А что она мне не кликается? Потому что она не тягучая. А что тянуть можно дальше? Па, иди в Next World. Смотри, туда, туда, нет, туда, там. А, вон там Next World. О, сейчас мы там накачаемся. Не, ну я смотри, уже какой красавчик. Эй, а что он такой? Граб Дамстер? И что? А, я его должен оттянуть. Ага. А за это я получу что-то, нет? Не, ничего не получил. Окей. Просто идем в Next World. Как отцепиться от него? Ладно. Это каждый раз надо его оттягивать, что ли? Нет. А, просто... Я понял, я вспомнил. Он не помещает. Вот так надо. О, все. Кстати, так. Что я могу тянуть тут? Я прыгаю. Где ты? Не вижу Катю. Так, начинать с мячиков.
А, вижу, вижу, Кать, привет. Мячик я не потяну, да, правильно еще? Кстати, посмотри, или смогу? Я поменяла свое имя. И кто ты? Вау, какая ты сильная! Я еще малышка совсем. Ты Эш уже? А что ты Эш? Я пробую я тянуть вчера мяч. Его поменяла. Я пробую тянуть мяч. Да легко, изи, да, вообще изи. Да вообще так изи для меня, что капец. Я сразу заработал 200. А что тяжелее, чем мячи? Гири? Кеттлбелл, кеттлбелл. Давай кеттлбелл тянем. А еще тяжелее есть что-то? Так, 2, 3, 4. Сразу 4 кеттлбелла. Ой, тяжело мне. Но я тяну или не тяну? Нет, давай один минус. Саш, смотри, смотри за тобой. Смотри за тобой, смотри за тобой. Я тяну очень большой. Смотри, я тяну протеин бар. Это что, он не, большой? Ну я вот тебя вижу. Смотри на мой. Ух ты, Катя тянет. Ты The Next World уже какой-то что ли делаешь? Да. Так, я не могу 3 потянуть. Давай 2. Есть, 2 тяну, нормально. Это мой максимум сейчас. И сколько я заработаю? А ну-ка. 1000 сразу, отлично. Все, я понял, по 2 могу тягать только что. А кто-то вот даже с этими сейчас вот, даже колесо кто-то тянет. Я могу, я столько колес. Ну ты сильная, конечно. Так, раз, опять 1000 почти. А тут где приседатель? Надо идти в тот мир, чтобы приседать, нет? Там, там. А, вижу, 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 воркаут, ага. Так, сейчас я. А вот это тяжелое, вот это, что это такое? Сосемнет. Сосемнет. А вот это дает энергию колеса? Конечно. А как их потягать? Чуть не вижу. Ладно, давай поприседаем или что тут можно делать? Ничего не можно делать? Нет. А, есть, можно. Давай поприседаем. И стану я больше? Да, конечно, стану больше. Ага, и с каждым разом стоимость приседания у меня побольше. Да. Угу. Еще 2 раза, может, успею. 1, 2. Все, есть. Поприседал. Я слабый нуб. А ты кто? Вик нуб я. Я нуб. Ты просто нуб? Да. Так, я думаю, что я смогу уже 3 гири взять. А ну-ка. 1, 2, 3. И побежали? Ну, нелегко, но я тяну. Я тяну. Ой, медленно так вообще еле. А что я остановился? Давай, давай. Эй. Помочь тебе? Эй. Я думаю, я сам смогу. А ну. Смогу, смогу. А ну давай вот так. И на. Да, смогу. Смогу, сейчас еще раз. И давай. Ну помоги, пожалуйста, конечно. Но я думаю, что я смогу. Просто это долго займет. Или я минус один. Я минус один сделаю. Не сделай. Не надо? Ладно, давай. И есть. По метру могу протянуть. И, а если вот так? Давай. И нормально. Катя, у меня получается. Правда, это медленно немножко время идет. Давай. Смотри на меня, я сам. Катя, не надо помогать, я сам почти. Все. Я сам. Есть. Я помогла, папа. Я сам. Нет. Я не просил помощь. Все. Я сам сделал. Папа, попробуй со мной. Сейчас, я еще раз, я 3 сделал. Я сейчас поприседаю пару раз. Я потяну 3 уже легко. У меня есть идейка, что я сделаю. Что? Так что я все вот тут возьму, и потом все в этом ворлде перед вот этой. Угу. А, все, ты можешь набрать микс этих, да, грузов всяких? Так, 2, 3. Оу, 4 я взял случайно. Я случайно взял 4. Эу, давай минус 1 сделаем, чтобы долго не мучиться. И 3, тяну. Да, 3 я тяну, нормально. О, а как это люди микс этих делают? Несколько каждых. А, то есть можно ходить там цеплять, да? Да. Прикольно. Короче, я уже 3 тяну. Нормально. Давай еще раз 3 протянем. 1, 2, 3. И... О, а там такие здоровяки в новом мире. Да, наша мать сказала мне сказать, что привет. А, ну привет. Это вот этот, который хэппи? Ох, привет, фанат. О, он даже в Максиминой одежде. Да. Кстати, а что в новом мире? Ну, это старый мир. Это старый мир. Это где-то я в другом мире видел какого-то здоровяка. Это надо потянуть вот этот протеин бар, чтобы открыть новый мир? Да. Угу. Но я не смогу его, да, правильно тянуть? Нет. Смогу? А ну, давай проверим. Grab. И потянули. Да, я тяну его.
Все, отходим, отклеиваемся и идем в новый мир. Ла-ла-ла. И что там, здоровяки сильно? Давай самое маленькое, вот какую-то сейчас мусоринку возьму. Попробую ее протянуть. И граб сода. И поехали. Да легко вообще. Сода вообще изи. Да вообще, зачем я в новый мир шел? 1000 сразу получил за соду. Иду я поприседаю немножко и возьмусь за второе. А, или давай как он. Сейчас я нагружу кучу соды. А ну-ка. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, да? 5 максимум. А ну, смогу. Оу, опять уже тяжело. Иу, 5 не могу. 4, тоже не могу. 3, оно застряло как-то, что ли? 2, иу, 2 тяну, 2 тяну. А, тут тяжело стартануть, а тянуть уже более-менее. Ну так себе тебе скажу, вот еле-еле тяну. Не, нормально, я 2 нормально тяну, 2 получается. Это на пределе моем. Я сейчас пойду накачаюсь немножко и возьму больше. Так. Да. Я тебе все равно. Но я крутой. Да не надо и мне помощь, я сам могу все делать. Все, сейчас я быстро поприседаю. И бум, бум, бум. И тогда сейчас смогу нормально накачаться. Смотри, я уже почти как Катя. Это Катя? Я накачался уже почти как ты. Вик нуб. А ты нуб. А, нет, да, ты немножко круче. Я сейчас скоро уже догоню тебя. Как стать нубом? О, ты уже стронг нуб. Катя меня обогнала точно. Все, jump to release. Идем отсюда. Я помогу. Я не прошу помощи. Давай, иди вперед. И меня 3 еле тянул. Не тянул. 1, 2. Где? И, ну. Давай, давай, что-то думай. И вот оно. И 1, 2, 3. Катя, я не просил помощи. А я не просил помощи, Катя вредная. Вы знали это? Я тебя тянула. Да, так надо было тогда мне 6 брать. Нет, 3 пока непонятно, тяжело, не тяжело, потому что Катя все мне мешает. Вот сам я дотащил последнее. Так, еще раз беру 3. Или я новое. Вау! Что это? Кто-то тянет. А какой он огромный! А как он вообще сюда зашел, в этот мир? Обалдеть. Он супер крутой. Так, я попробую коробочку потянуть. Что это такое? А, это суши. Я ролл попробую потянуть. А ну-ка. Ролл. Тянется? Эй, тяжеловато. А ну, с разбега. И... Да-да-да. Даже с разбега не получается, поэтому сори. Давай попробую взять 4 стаканчика. Помоги мне. А ты где? Кать, так вряд ли у меня получится помочь. Ты же сильнее. 2, 3, 4. Давай 4 пробуем. И... Да-да-дам! Не получится? Получится! Я... Эу, 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 куда ты меня тянешь? Я могу тянуть 4 стакана. Эу, но медленно. И... Давай, 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 медленно. Не надо. Эу, все, я беру 3 стакана и поехал. Все, 3 стакана нормально. Медленно, но нормально. Давай, давай, 3000 зарабатываем и идем приседать. Что ж тебе взять? Стаканом тебе помочь, да, чем, да, или чем? Давай я возьму 2 стакана. А почему ты там как-то застряла? Потому так. Что я взяла фрайс. Иду. Так, ты уже почти доехала. Я не успею даже помочь тебе. Ты успеешь. Не успею. Помоги, да, бегу, бегу. Вот. Только ж подожди, не спеши. Короче, помогаем Кате протянуть ее, это, картошку. А куда ж ты в обратную сторону тянешь? Давай, 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 давай. А, я отключу одну соду. И все, и сейчас быстрее будет. Эй, что-то совсем слабо. Иу, 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 иу. Давай, 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 давай. Есть, есть, есть. Еще немного. Давай, 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 давай. Короче, мы быстрее бы напроседались, бы натренировались и лучше бы потянули. Есть! 3000, так проще 3 стаканчика взять, затянуть, и будет то же самое. Так, я поприседаю и пойду сушину возьму. Или 6 стаканов, или 5, сколько там дает сразу? 6. Так, приседаем. Итак, накачиваем мышцу, бицуху. Что это такое, воркаут? 100 times complete? Так, да. Ты нуб. Я уже нуб, я новый этот левел. Это 100 надо этих, получается, сделать, да, чтобы получить новые? Угу. Так,
еще, еще и еще, и все. Приехали. Идем, пробуем. О, вот это я уже красавчик. Смотри, какой мужцовый такой весь крутой. Так, пробую 5 стаканов тянуть сейчас. А ну. И раз, два, три, четыре, папа 5, да? Папа лысый. Ну, ничего страшного, папа лысый. О, 5 стаканов тянется, нормально, смотри. А? Спокойно. Ну, медленно, но уверенно. Медленно, но очень уверенно прям так тяну. Сейчас сушину попробую потянуть. Папа, помоги, привет. Сейчас. А что ты, 2 сушины тянешь? Ду-ду-ду, 5000 за раз. Медленно. Угу. Сейчас тогда я возьму 3 где-то стаканчика или 2. Как, наверное, 2. И приду к тебе. Раз, 2. И где Катя? Пробуем помочь Кате. Да Катя сама справляется. Катя только притворяется, что она не может. Я даже не успею. Не знаю, ли я смогу тебя догнать. Не смогу. Не, не смог. Все. Так, 2. Это я могу, стаканчики я могу, суши я не знаю, или я могу протянуть. А ну? Потому что я почти не могу. Да ты 2 сушины, а я 1. Эу, куда ж ты навалила на меня? Эу, 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 суши я пока не могу. Оставляем всегда суши. Я тебе помогу. И вставляем да, суши, суши, идем, и идем приседать. Сейчас я наприседаю и возьму, смогу это. Так, где я? Вот красавчик какой. Так, сейчас я смогу, нормально. Ну. Я уже такой нормальный нуб. И сейчас я 1 сушины попробую потянуть. Если нет, то буду накачиваться 5 стаканчиками. Эу. Ага. Так, пробуем сушину брать. Сушина сколько? 3000 дает? Тогда накачиваться выгоднее получается. Эй, кто меня завалил? Есть, я могу сушину тянуть. Но выгоднее накачиваться 5 стаканчиков за раз тянуть. Я быстро их могу тянуть и нормально зарабатывать. Так. Ого, кто-то завалился сушами. Эй, мне не помогайте. Есть, я сам получил 2000. Не, быстрее 5 стаканчиков тянуть, получать 5000. Ты прям как Макс, не любишь, когда люди тебе помогают. Ну, я же хочу сам прокачиваться. Я могу в некоторых случаях. А сейчас хочу сам. Это же спорт. А в спорте надо самому себе. Видно, делать. Чей папа. Макса? Так, кто-то тут медленно сильно идет. Какой-то массивнуб. Давай уже уходи, тут я тяну тоже. Ла-ла-ла, плюс 5000. Иду приседать. И иду приседать. Он, подожди, пэты какие-то там есть? Там... У вас уже, уже... Катя, ты знала, вот пэт-шоп да. Тут есть. А почему мы не покупаем их? И почем они покупаются? Где деньги? Ага, вот оно. Так, Rare Soda, Common Soda, бла-бла-бла. Е, давай, берем. И что? Окей. Ну окей, как дальше выйти отсюда? Есть. Тебя как выйти? Ты знаешь что? У меня вот эта же штука, которая зависла у меня картинка. Прикинь, что делать? Иу. Иу. Не помогает. Yeah. Есть, помогло. Стрелочки помогли. У меня есть пэт. А ну, с пэтом я строн же буду или нет? А ну. С пэтом. Сушину тяну. Ну я где-то так же тяну. А что дает этот суши, пэт? Не знаешь? Или я их не... Я, может, не эквипнул или что? Вот пэт. Он дает плюс что-то к воркауту и плюс к энерджи. Так, что-то он дает. Не знаю, что. Может, надо еще одного? У тебя есть пэты, кстати, Катя? Да. Сколько? Один. Так, а ну. То я купил какого-то бустер энерджи. Ага, только такие пэты. А там зачем? Так, то есть тут пэт 2500. А там такие же? Помоги, плиз. Подожди. Тоже 2500, давай, рольным. И получил я что? Рэр, курицу чёрки. Какую-то. Common, окей. Самый рэр, бар. Так common написано было. А где ты есть? Где тебе помогать? Я курицу тяну. А где курица? А, крайняя самая. Так это далеко, Кать. Я совсем слабый. Ты ему можешь тянуть реально? Ну давай попробуем, там не знаю, возьму пару стаканчиков. Давай, 3 стакана взял. Где твоя курица? Так, ага. Так вон ты, Эш, ты все нормально тянешь. Катя! Нет, папа! Да очень быстро ты побежала. Это не турки, папа, мы кипли с курицей. Ну давай, бегу к тебе, давай, бери курицу. А ты ее хоть сдвинуть с места можешь? Да. Ну давай, пробуем. А, так ты тянешь более-менее. Ну как, медленно, конечно, но тянешь. Так, пробуем. И... Я захожу в курицу, я в курице. И что, получается что-то? Кать, совсем не получается.
Давай, без курицы пока, это сильно долго. Да, потом. Все, сейчас я дотяну стаканы бегом. Надо по 5 стаканов мне тянуть тогда. 52. А сколько можно пэта выквипать за раз, не знаешь? 3. Так надо еще одного купить, значит. Еее, по 1200 мне дает за стакан. А, это из-за пэтов. Я пока просто нуб. А как сделать то, чтобы я был уже какой-то там следующий нуб? Workout. Угу. И я получил стакан, тоже common. Есть. А я могу тянуть торки. А что у меня не эквипнутый стакан? Макс эквипт. Ага. Ага. 0,8, 25, 1,2, 100. Курица крутая, 1,100. Да, так пускай и будет. Да, смотри, я курицу почти притянула. Это ты сама? Нормально. Я пока еще... 3, 2, 5000! Нормально. Ну, 5000, Кать, это ж стаканчики, тянешь тоже 5000. То есть по деньгам невыгодно курицу тянуть. Надо лучше тянуть 5 более легких. Сейчас я поприседаю, и смогу ли я, например, смогу ли я потянуть там 2 суши, давай пока. Ну, а ну 2 суши тянем, 2 ролла. Тяжело мне, ой, тяжело. Не, пока помочь, выгоднее. Помочь, па, я помогу. Так, Катя. Не, помогу. А ты сколько суши можешь тянуть? 4. Нормально. Что-то ты еле тянешь их. Не, потому что... Я быстрее дойду, я быстрее дойду. Не-не-не-не-не. Ой, не-не-не. И все, Катя мне немножко помогает, но тяжело все равно. Ну быстрее, да? Немножко, да. И так, я прошел линию, но надо, чтобы суши прошли. Не, надо пока тренироваться на стаканчиках, действительно. Еее, кучу денег заработал, иду беру стаканчики. Да, смотри, я беру вот эту. Сейчас, раз, два, три, четыре, пять. Все, я 5 стаканчиков тяну. И это будет быстрее и эффективнее. Так быстрее накачаешься. Я 2 курицы. Да ну 2 курицы, как ты их сможешь потянуть? Я тяну 2 курицы. Как? Как ты так быстро? Ты что, приседала только что? Нет. Так, я сейчас еще притяну немножко стаканчиков и пойду приседать. И может стану этим уже каким-то новым нубом. Ну, типа более новый уровень. Так, 5 стаканов, давай. Та-да-дам, есть. Иду приседать. Сейчас поприседаю, стану немножко... О, я стронг нуб. Кстати, я сам не заметил, я стал стронг нубом, Катя. А я уже мастер. А я стронг, это тоже неплохо. 3, 2, 1, 2 курицы закончила. Я массив нуб. Класс. Значит, я сейчас смогу потянуть, не знаю, там 3 сушеные или 4, сколько там дадут. А ну пробуем. Я иду тянуть суши. Все, стаканчики я уже прошел этот уровень, натренировался. Беру 2-3 суши, давай. А ну, и что? Могу? Я не могу тянуть 3 суши. Так, я одну сушину оттащу, и тяну 2. Я могу 2 курицы опять. Ты уже мега? Во, даешь. Я пока массив. Я тяну 2 сушины. Что это мне дают? 2 по 2200. А я тяну 2 курицы. Все равно стаканчики выгоднее. Да выгоднее реально стаканчики. Все, я беру пока 5 стаканчиков, иду на тренироваться. И еще один, пошли. Вот, и 5 стаканчиков. Быстро побежал, быстро заработал. Быстро побежал, быстро заработал. Чтобы выгодно было, надо тянуть хотя бы 3 сушины. И тогда нормально можно это прокачиваться. О, нормально. 5 штучек за раз. И давай еще разочек протяну 5 сушин, 5 стаканчиков и пойду приседать. Есть. Я сейчас, может быть, даже стану меганубом. А ну-ка, проверяем. Как знаешь. Катя курицу тянет? Как, Катя, ты массив. Я массив, а хочу стать мега. Я лучше, чем мега, мне кажется. Так, приседаем, растем. Я пока массив. А, курица совсем легкая. Я мега. Класс. Я мега нуб. Для тебя легкая, для меня пока нет. Для меня сейчас будут суши легкие уже, 100%. Класс, ты мега, возьми курицу. Не, суши буду брать.
Есть. У меня нет больше для воркаута сил. Иду, беру. Начнем с трех суши. Раз, два, три. А ну. Да, могу, легко. Три сушины тянутся легко. Отлично. Надо будет скоро заканчивать. Да. Сейчас я как прокачаюсь. Я догнал Катю по меганубству. Раз, два, три, четыре. О, я четыре сушины потянул. Взял, точнее. Оу, а что это? Я повис? И смогу тянуть? А ну. Да, 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 я могу тянуть четыре суши. Даже кому-то стаканчики помогаю тянуть. А я четыре фрази и один... Смотри, пап. Четыре фрази и один строберри. Вау, Катя крутая. Я пока четыре суши, да, тяну? Да, смотри. Что там? Нет, смотри. А, туда. Вот, Катя, вот это Катин весь. А я могу взять, что это, фрайс? А ну, давай один возьмем. И одну фрайсину. Легко, бегу прямо с фрайсиной одной. Даже помогаю, наверное, Джаксу. Так. Нет, он, кстати, он бейби фрозен. Так, я пока буду сушить. Сколько я, четыре тянул? Хочу пять попробовать. Раз, два, три, четыре. Давай, сейчас четыре. Потом поприседаю и буду брать этот, пять сушин. А как же, ты так долго вот это их растягивать? Эй, а что они не падают? Так как-то не прикольно с этими сушами. Нет, а ну, бум, тянем три, раз, я знаю как, раз, я взял четыре, есть, и побежал. Все, я понял, нужно толкнуть две или три, и потом легче будет толкать дальше. Есть! О, вот это нормально! Все, иду приседаю и тяну 5 суши, 100%. А куда ты побежала, за стаканчиками? Не, смотри, 5 суши, 5 стаканов. Ой, как-то обернуться назад, ага, вижу. Еще несколько фрайзов возьму. Ну ты сильная, короче, я прокачиваюсь пока. 4 фрайза взяла. Давай. Я пока... Я бэйби нудл? Я какой-то бэйби нудл стал. А ты кто? Капец. Как-то невесело называются. Бэйби нудл. Что это такое? Я уже он какой спортивный и сильный. А меня бэйби называют. Итак, прыгаем и побежали. Так, 5 суши ты берем сейчас. Нудл, угу. Раз, два, три. Давай их потянем немножко. И еще два. Папа, помоги мне, плиз. А что ты тянешь? Ой, меня завалили. Я вот не могу тянуть. Там навалили кучу. Я завалила тебя. Так, 5 сушин. Я легко тяну 5 суши, легко! Па, отгадай, что я... Да я вот вижу, ты завалилась суши. Нет, стаканами и... 5 суши, 5 соды и 4 фрайс. Капец! Ну вот ты даешь. Плес. Ну, чем тебе помочь? Взять... что взять? Где? Взять пару сушин, да, например? Да. Раз, два, три, например. И потянуть их. А где ты? Вот ты. Все, сейчас немножко поможем Кате дотянуться. А то она пере... Так, стоп, куда мы тянем? Вот туда мы тянем. Эу, я Ты туда идешь, где надо, Катя? Да. Эу, что-то я завис. Вот, туда идем. Эу, я тебя обгоняю почему-то. И вот так. Я застряю просто в этих текстурах и не пойму, куда идти. Идем? Я Кате помогаю, не вижу куда. Долго еще? Я тоже застрял. Нет, еще. Три! Два, один, и что? Есть! Где же есть? Еще не помог. Фух. Вот. Еее. Вот такой крутой, как называется, Strongman симулятор. Я уже могу тянуть суши. Наверное, могу тянуть фрайс. Легко даже я могу тянуть фрайс. Сейчас попробую даже потянуть мороженка. И, может быть, даже курицу. И это будет очень круто, если я смогу тянуть курицу. Мороженка легко прыгает, тянется, смотри. Папа, почему это называется клубника? Просто клубника. Просто клубника? Да. Хотя это мороженка. Не, а ну еще раз посмотрим. Строберри. А, типа клубника со сливками. Ой, а что я одну взял? Надо было две брать. Ладно, сейчас поприседаю и иду тянуть курицу. Окей, я попробую вот этот фраер взять. Фраер? Так, а, типа, чтобы в новый уровень пройти? Да. Так, я пока приседаю. Я слабый нудл, слабый макарон. О, я могу его нести! Катя переходит в следующий уровень. Ага. Катя переходит в следующий уровень. Я пока застрял здесь с курицей. Сказать тебе, что это за следующий? Что там? Аркейд. Аркейд? То есть там всякие компьютерные вещи, что ли? Не только компьютерные. Итак, я пробую
брать курицу, то кто-то тут застрял с двумя. Как же я буду тянуть курицу, если кто-то тут две курицы еле тянет? А? Ты уйдешь оттуда? Always was happy, а? А ну давай больше немножко этих возьмем. А, это наш фанат Always was happy. А что, я не могу взять больше, чем одну стробери? Почему-то. Да, это максимум. Капец, так неинтересно. Но я смогу взять больше смотри, фрайсов? Смотри, сколько курицы. Да капец, кто это завалил? Кто это их нести будет? А, он медленно-медленно тянет тот, который хэппи. Так, сколько? 4 я картошки фри. Легко. Я же хотел курицу сейчас притянуть, перед, еще пока мы играем. Но тут этот вот застрял нубик. Мега-нуб. А я нудл. То есть я, наверное, сильнее, чем он, да? Да. А ну, пробуем. Берем... А, это не курица, это тюрки. Как она? Это индюшка. И я ее легко тяну. Смотрите. Я даже самое крутое на этом уровне смогу протянуть. Если вам нравится, как я супер круто прокачался, какой я вот стал такой красавчик, ставьте обязательно лайки. А Катя вообще ушла уже на другой уровень. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. И всем пока-пока!